Hare Krishna. Hare Krishna, Guru Maharaj. Please accept my obeisances. Hannibal, can we begin? Hare Krishna Guru Maharaj, please accept my obeisances. Yes, we may begin. Om Magyanha. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam namaskrityam naram chaiva narottamam devim sarasatim vyasam tato jayam udiret nasta prayeshu vabhadreshu nityam bhagavata sevaya bhagavati uttamashloke bhaktir bhavati naishtiki. We're reading Srimad Bhagavatam, Canto 2, Chapter 4, Text Number 19. Is that right? Yes, Guru Maharaj. Right. Oh. Читаем Шримад Бхагаватам, 52 глава, 4, текст 19. Са эша атматма ватам адишварас траи майо дарма майастапо мая гатавья лике аджасанкара дибир витаркья линга Vitarkya lingo Bhagavan prasidatam. Sa esha atmatma vratam adishvaras traimayo dharma mayastapo maya gatavya liket ajasankara dibir Vitarkya lingo Bhagavan prasidatam. You can read the translation and purport. Перевод. Он сверхдуша и Верховный Господь всех осознавших себя душ. Он олицетворение вед, религиозных писаний и аскез. Ему поклоняются Господь Брама, Шива, а также все, кто свободен от притворства и не имеет никаких притязаний. Пусть же этот Верховный Абсолют, почитаемый с таким трепетом и благоговением, будет доволен мною. Комментарий Шрилы Прабхупады. Несмотря на то, что Верховный Господь, Личность Бога, является Господином всех, кто следует различными путями самосознания, постичь его могут только те, кто не имеет никаких притязаний. Все ищут вечного покоя и вечной жизни. Чтобы достичь этой цели, люди изучают ведические или другие религиозные писания, или совершают суровые аскезы, идя путями эмпирической философии, мистической йоги, чистой преданности и так далее. Но постичь Верховного Господа в совершенстве могут только преданные, потому что только они по-настоящему искренни и не имеют никаких притязаний. Те, кто занимается самосознанием, обычно делят на карми деяний йогов и преданных Господа. Карми, которых манят плоды ритуальной ведической деятельности, называют буктиками, жаждущими материальных наслаждений. Гьяни, стремящиеся слиться со Всевышним посредством спекулятивного философствования, называют муктиками, жаждущими освобождения от материального бытия. Йогов-мистиков, которые ради достижения 8 видов материального совершенства практикуют различные аскезы и в конечном счете входят в транс и видят сверхдушу параматму,
называют сивиками, то есть жаждущими обрести способности, которые позволяли бы им становиться меньше наименьшего, тяжелее самого тяжелого, получать все, чего пожелают, властвовать над людьми, создавать все, что захотят и тому подобное. Все эти способности развивает в себе могущественный йог. Но преданным Господа ничего не нужно для личного удовлетворения. Единственное их желание – служить Господу. Поскольку Господь велик, а они живые существа, его неотъемлемые частицы, вечно подчиненные ему. Сознание того, что он является неотъемлемой частицей Господа, помогает преданному избавиться от всех желаний, то есть ничего не хотеть для себя самого. Поэтому преданных называют нишками, не имеющих желаний. По своей природе живое существо не может быть свободным от всех желаний. Желания буктиками, муктиками и сидхаками продиктованы стремлениями к собственному удовлетворению. Но нишками, преданные Господа, хотят удовлетворять только Господа. Они во всем послушны Его воле и всегда готовы исполнить свой долг ради удовлетворения Господа. Отказавшись сначала участвовать в битве на Курукшетре, Арджуна повел себя как человек, действующий ради собственного удовлетворения. И чтобы сделать его нишками, Господь поведал ему Бхагавадгиту, который описал пути карма-йоги, гьяна-йоги, хатха-йоги, а также бхакти-йоги. Свободный от личных притязаний, Арджуна изменил свое решение и согласился сражаться кариши вачинам дава, удовлетворив Господа. Так он стал нишками, свободным от желаний. В качестве примера здесь не случайно упомянуты Брама и Господь Шива, поскольку Брамаджи, Господь Шива, Шимати Лакшмиджи и четверо кумар, Санака, Санатана и другие, являются основателями четырех вайшнавских сампрадай, проповедующих нишкаму, свободу от желаний. Каждый из них свободен от всех личных притязаний. Шрила Дживагасвами объясняет, что слово «гата вьялика» значит «проджита кайтавая», то есть не имеющие личных притязаний или свободные от притворства, иначе говоря, чистые преданные. В читании Чаритамрити Мадья говорится «Кришна бхакта нишкама атаева шанта бхукти мукти сидхиками сакали ашанта». Те, кто стремится к плодам благочестивой деятельности, хочет получить освобождение и слиться со Всевышним, или желает достичь материальных совершенств в мистической йоге. Не знают покоя, так как хотят получить что-либо для себя. Однако преданный всегда умиротворен, потому что ничего не хочет для себя и готов исполнить любое желание Господа. Подводя итог, можно сказать, что Господь необходим всем, поскольку без его санкции никто не может осуществить своих желаний. О Бхагавадгите Господь говорит, что только Он награждает человека плодами его деятельности, ибо Он верховный повелитель Адхишвара всех, ведантистов, великих кармакандиев, выдающихся религиозных деятелей и великих атеистов. Словом, всех, кто стремится, и великих аскетов. Словом, всех, кто стремится к духовному совершенству. Однако в полной мере его может осознать только преданный, свободный от личных притязаний. Поэтому Шрила Шукадева Госвами снова и снова подчеркивает важность преданного служения Господу. Шрила Прабхупада ки джай. Амгьянатамарандасья гьянанджана шалакая чаксурмилитамина тасмай шри гурве намаха. Ванча-калпа-тарубьясча, крипа-синдубай-эвача, патитанам паванебьё, вайшнавебьё, намо-намаха. Джай Шри Кришна Чайтанья, Прабху Нитьянанда, Шри Адвайта Гададхар, Шри Васади Гор Бхактавинда. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. So we're hearing Sukadeva Goswami offer prayers before he begins to describe the process of creation. Итак, мы читаем про то, как Шрила Шукадева Госвами возносит молитвы, прежде чем описывать процесс творения. So in this verse, in this prayer today, the verse today we read, Sukadeva Goswami is describing the
position of the Supreme Lord, how he is worshipped by even Brahma and Shiva. И в сегодняшнем тексте мы читаем, как Шрила Шакьяма Госвами описывает, как Господь Кришна, Верховный Господь, которому поклоняются даже Господь Брама и Шива. At the same time, he is the super soul, he is the Lord in the heart of all living entities, and he is the Lord, the Supreme Lord of all self-realized souls. Также Верховный Господь Сверхдуша, пребывающий в сердце всех живых существ, и также Он Верховный Господь всех осознавших себя душ. Sir Srila Prabhupada in his purport discusses how there are different persons practicing spiritual life who want to become self-realized and they follow different processes. Шрила Прабхупада в комментарии описывает, как существуют разные личности, которые следуют различными путями самосознания. But although they're practicing some process of self-realization, they're not peaceful because they all have some kind of desire. Но несмотря на то, что они вроде занимаются различными процессами самосознания, они не умиротворены, поскольку у них сохраняются материальные желания. They may be practicing a process, they're practicing some spiritual process, but they have some motive in mind. They want to get something for as a result of their practice. Хотя они занимаются духовной практикой, духовным процессом, тем не менее у них сохраняются еще мотивы, они хотят что-то получить вследствие практики, своей духовной практики. The karmis want to enjoy the material world, and the gyanis want liberation. Карми хотят наслаждаться плодами материального мира, гьяни хотят достичь освобождения. And the yogis want mystic powers, but the devotee has no material desire. Йоги хотят обрести мистические совершенства, но истинный преданный не имеет материальных желаний. The devotee simply wants devotional service. He wants that he's satisfied just to be engaged in the service of the Lord. Преданный не имеет никаких материальных желаний, он хочет только служить и удовлетворять Верховного Господа. And Srila Prabhupada writes in the purport how the devotee is always ready to carry out the orders of the Lord. И Шрила Прабхупада пишет в комментарии, что преданные всегда готовы осуществлять наказ Верховного Господа. The obvious example is how Arjuna surrendered to Lord Krishna and fought in the battle of Kurukshetra, although initially he did not desire to do so. Приводится пример Арджуны, который участвовал на поле битвы Курукшетра. Сначала он постарался выполнить волю Верховного Господа, хотя сначала он не был склонен это делать. So Arjuna accepted the Lord's instructions and he agreed to carry out the Lord's order to fight. И впоследствии Арджуна принял слова Верховного Господа, наставления, и осуществил волю Верховного Господа сражаться в этой битве. Yeah, so Arjuna accepted
Lord Krishna's desire, and he took part in the battle. Арджуна принял волю Верховного Господа и стал участвовать в битве на Курукшетре. I'm not hearing you, Audrey. What happened? Гуру Махарадж, I'm hearing you clearly. You can hear me clearly. I don't know what happened to you. Your voice went off somehow. А преданные меня слышно? Скажите, пожалуйста, перевод. Да, слышно очень хорошо. I don't know, Guru Maharaj. Devotee says that my translation is clear. Your voice is so faint. I can't hear anything what you're saying. I can't hear you. Your voice is so faint. Okay, you turn your microphone off or something? No. At least I try to speak louder, Guru Maharaj. Now is okay? No, it's not okay. I'm speaking loudly. Guru Maharaj, let's continue. Maybe in something is improve because now I'm speaking. Are you getting loud. The recording okay, Yavati Sachi? Hare Krishna, yes, Gurudev is okay. Can you hear me okay, Guru Maharaj? I can hear you, but not very clearly. Guru Maharaj, maybe something wrong with your device because we can hear Adritharana very nice. Hare Krishna, Gurudev, can you hear me? Okay, so only the devotee, only those who are engaged in bhakti yoga are without desires. All the other people who practice spiritual processes, they have some kind of desire. Только преданные, только те, кто практикует бхакти-йогу, не имеют материальных желаний. У них они отсутствуют. So pure devotional service is meant to be like that, without any material desire. It's meant to be unmotivated and uninterrupted. Таким образом, чистое преданное служение предназначено для того, чтобы служить Верховному Господу беспрерывно и немотивированно, без материальных желаний. So, Sukadeva Goswami describes how the Supreme Lord is worshipped by all the self-realized souls. Итак, Шукадева Госвами описывает, что Верховный Господь – это та личность, которой поклоняются все осознавшие себя души. And his exalted position is made more clear when it states that even Lord Brahma and Lord Shiva are worshipping him. Его возвышенное положение таково, что ему поклоняются даже Господь Брама и Господь Шива. And he is, the Lord is described as the personification of the Vedas. Now the Vedic knowledge comes from the Lord. He instructed the Vedas into the heart of Brahma at the beginning of the creation. Также здесь Верховный Господь описывается как олицетворение Вед. Ведическое знание исходит из него, и именно он вложил ведическое знание первым в сердце первого живого существа Брахмы. In the Bhagavad Gita, Lord Krishna also describes in the 15th chapter, 15th verse, Vedanta Krit Veda Vid Eva Chaham. He says, I am the author and I am the compiler of the Vedas. By all the Vedas, I am to be known.
В Бхагавадгите сам Господь Кришна говорит об этом в 15 стихе 15 главы «Веданта Крит Ведавит Эва Чихам». В действительности я автор и составитель Веданты. So Sukadeva Goswami describes him as the personification of the Vedas. Поэтому здесь Шукадева Госвами описывает Господа как олицетворение Вед. Not only of the Vedas, but of religious scriptures and austerities also. Не только Вед, а также религиозных писаний и аскез. So the Lord is this, Sukadeva Goswami is appreciating the nature of the Supreme Lord. И так здесь Шукадева Госвами оценивает личность Верховного Господа. And how the Lord is supremely transcendental. Although transcendentalists are freed from any attraction to the material energy, they're attracted to worship the Lord. И он настолько привлекателен, что те, кто свободны от материальной энергии, привлекаются к поклонению Верховного Господа. So Sukadeva Goswami then says that he wants the Supreme Lord to be pleased with him. И далее Шукадева Госвами говорит, что он хотел бы, чтобы Верховный Господь был доволен им. And he says he's offering his respects to the Supreme Lord with awe and veneration. И говорит здесь, что я почитаю Верховного Господа с трепетом и благоговением. So we want to understand that when we approach the Supreme Lord, we should also worship the Lord in that manner with awe and veneration. И мы должны отметить и понять этот момент, что поклоняясь Верховному Господу, мы также должны делать это с трепетом. Of course, this is a Vaikuntha mood. In Vaikuntha, the Lord is worshipped in that way. Конечно, это настроение Вайкунтхи, там поклоняются Господу с таким настроением. Sukadeva Goswami later on will go on to describe more about worshipping the Lord in sweetness, without the awe and veneration, but with more intimacy and sweetness. Позже Шукадева Госвами будет рассказывать, как поклоняются Господу без трепета и благоговения, но с близостью и сладостью. But for the purpose of describing the creation, the Lord Sukadeva Goswami is approaching the or approaching the Lord in that this mood of awe and veneration. Но для того, чтобы описать процесс творения, в данном случае Шукадева Госвами обращается к Господу с трепетом и благоговением. The important point is that the Lord has to be understood by devotional service and not by any other means. Важный момент – это то, что Господь может открыться только через преданное служение и не через какие другие способы. Lord Krishna, of course, in the Bhagavad Gita also describes that he can only be known by devotion. Bhaktya mam abhijanati yavam yas chasmin tad vata. That
Lord Krishna has emphasized the importance of devotion, that it's only by devotion that he can be understood. Господь Кришна сам в Бхагавад-гите подчеркивает то, что познать его можно только через преданное служение, через преданность Бхактьямам Абиджана Ти, подчеркивая важность преданного служения. So other processes, they may help to bring us to the platform of devotion. But ultimately, we have to come to the platform of devotion to, in order to know properly the Lord. Другие процессы могут помочь нам приблизиться, подняться на уровень, с которым мы можем совершать преданное служение, но в действительности открыть Верховного Господа мы можем только через процесс непосредственного преданного служения Ему. All of the desires of these other transcendentalists, these other souls who are endeavoring for self-realization, all of their desires can only be fulfilled by the grace of the Supreme Lord. Все же желания всех трансценденталистов или тех, кто идет по пути духовного сознания, в действительности могут быть осуществлены только по милости Верховного Господа. Whatever you desire in the material world, the karmis desires to enjoy the material world can only be achieved by the grace of the Lord. Чего бы мы ни желали в этом материальном мире, карми желают каких-то плодов этого материального мира, все это может быть достигнуто только благодаря Верховному Господу. Liberation is also awarded by the Supreme Lord. He is known as Mukunda, one who gives liberation. Освобождение может наградить также только Верховный Господь, поэтому он известен как Мукунда, дарующий освобождение. And the yoga siddhis are also given only by the sanction of the Supreme Lord. He is Yogeshwara, the master of all yoga. И также мистические совершенства йогов могут быть получены только благодаря Верховному Господу, потому что он известен как Йогешвара, владыка всех мистиков. So all of the different yogis and transcendentalists, they all have to have some bhakti in order to achieve their goal. Но все эти трансценденталисты, йоги, они должны иметь некоторое бхакти, чтобы достичь Господа. And when they're purified, then they will also desire devotional service to the Lord. They will simply want to be engaged in the Lord's devotional service. И когда они очищаются, когда они становятся готовыми, в их сердце пробуждается желание преданного служения, удовлетворить их, сделать что-то для Верховного Господа. So Sukadeva Goswami, he has understood the importance of devotional service, and therefore he is glorifying the process of devotional service in this verse. Итак, Шрила Шукадева Госвами в этом стихе подчеркивает положение Верховного Господа и важность преданного служения Ему. Are there any questions? Может быть, есть какие-то вопросы? Так, первый вопрос у нас в чате. Этот вопрос от Матаджи Вриндавана Лилы. First question, Guru Maharaj, from Матаджи Вриндаван Лила. Question in the chat. Hare Krishna, dear Guru Maharaj and dear devotees, please my obeisances. Итак, Hare Krishna, дорогой Гуру Махарадж, дорогие преданные, примите мои поклоны, пожалуйста. Как убрать это желание кому-то рассказать или показать свое служение? Откуда это желание? Из ложного эго? Кришна же видит наше служение, но... Prabhu, I can't hear you.
Hare Krishna Guru Maharaj, now I am reading on Russian for devotees and then I begin to translate for you, Guru Maharaj. Just a few seconds. Can you hear me? Hare Krishna? Hare Krishna? Hare Baba? Hare Krishna Guru Maharaj, can you hear me? Hare Bol, Hare Krishna. Goranga. What's happened? Hare Krishna. Hare Krishna, can you hear me? I can't yes, hear Guru you. Maharaj. Yes, Guru Maharaj. Now I'm reading the question from Vrindavan Lila for Russian devotees and then I translate for you after a few seconds. Итак, Маджи Вриндаван Лила задает вопрос, как убрать это желание кому-то рассказать или показать свое служение, откуда это желание из ложного эго. Кришна же видит наше служение, но тенденция сохраняется, желание выделиться. Просто изменился объект служения. Я стараюсь сделать, сдерживать это желание, это поможет мне избавиться. The question from Vrindavan Lila. Hare Krishna, dear Guru Maharaj and dear devotees, please accept my obeisances. How can I conquer the tendency of attract attention for myself? Usually I try to read or show my service and what the source of this, maybe this false ego. Krishna really see our service, but I want to speak somebody about my service, and it seems it's just a tendency of attract attention to us. I try to overcome this tendency, and I want to give up this will. What should I do with this tendency? Okay. Prabhu, I can't answer because I'm not hearing all the questions. It's not clear enough. Mataji Vrindavan Lila asked about tendency of attract attention to her person, tendency to speak or show her service to others, to others people. She asked, how can we overcome this tendency? Can you overcome what habit? How can we get rid of desire to show others our service? Free of the desire to what? A desire of show to others our service. To speak about our service to others. Well, we have to purify our heart through the process of bhakti yoga by hearing and chanting. Мы должны очистить свое сердце через процесс бхакти йоги, слушания и повторения. Маджи Ватишачи, может, вас Гуру Махарадж лучше будет слышать? Может, вы этот вопрос объясните? Я не знаю, почему такой сегодня дисконнект. Да. Гуру Махарадж, can you hear me okay, Гуру Дев? No, very faint. Oh, Гуру Махарадж, maybe we can send the questions into chat in what in Zoom. It is comfortable for you to read. I cannot hear you. Oh, Guru Maharaj, can you hear me? Hare Krishna, Hare Bol. Hare Krishna, Yuvati Sachi. I'll just try to go to Guru Maharaj and. Yes, Vaishnavi, please help to Gurudev because maybe some disconnection or so on. Right. Yeah, thank you. Mataji. Guru Maharaj, sorry. You can disconnect from your mobile, Guru Maharaj.
Yeah, you can have it from my mother. Okay, what's the question? Hare Krishna Guru Maharaj, now is better? Yeah, no? Yeah? Jai. What's the... So the... So the question of Vrindavan Leela, she says that I have a tendency to speak more about my service to other people, to show to others my service. And it seems as if this tendency from false ego, how can I overcome this tendency? How can I get rid from the will of attract attention to my service? The meeting, Guru Maharaj. Hmm? Yeah. What? I left the meeting from here. Oh, okay. Because it's not possible, two meetings. You have to join again. You're going to go into the meeting again? Yeah. Okay. Yes, very well. Hare Krishna. Hare Krishna. Should I repeat the question, Guru Maharaj? No, I've got the question. Uh-huh. Okay. Well, yeah, false ego is always a problem. We have to overcome the false ego by cultivating the pure ego, the pure mood of being a servant of Krishna. Преодолеть влияние ложного эго можно, развивая истинное эго, в котором мы осознаем себя вечным слугой Кришны. You don't want to talk about yourself, you want to talk about others, you want to talk about Krishna and Krishna's devotees. Instead of speaking about your own self, glorify Krishna and Krishna's pure devotees. Чтобы меньше говорить о себе, необходимо больше говорить о других и прославлять Кришну и преданных. That will change, that will help you to change your consciousness. You just have to, again, it's the tendency of the mind. You want to speak about yourself. No, you have to speak. So speak about Krishna and speak about Krishna's devotees. Don't be speaking about yourself. Вот эту тенденцию или способ мышления ума нужно изменить. То есть нам нравится говорить о себе, или у нас есть такая привычка. Это привычка говорить. Нужно просто использовать привычку говорить, чтобы говорить о Кришне и о преданных. You have to just constantly check your mind, check yourself. When you start speaking about yourself, then you have to bring yourself back to Krishna and Krishna's devotees. Нужно постоянно отслеживать свой ум. Как только ум начал склоняться в пользу того, чтобы говорить о себе, нужно вернуть его на уровень, где мы говорим о Кришне и о преданных. You can criticize yourself. You can speak about all your faults. Можно. But never glorify yourself. Можно хотя бы говорить о своих недостатках или, скажем, их видеть, но не прославлять себя. But you can talk about your faults, but it's better you talk about the glories of the pure devotees. Ну, в идеале мы прославляем преданных Господа. Next question, Guru Maharaj. Yeah. Next question from Jita Krodha Prabhu. Кришна Бхакта Нишкама. Если у преданного сохраняются материальные мотивы в глубине сознания, значит, он не Нишкама, и значит, он не преданный. The question from Jita Krodha Prabhu. Кришна Бхакта Нишкама. If devotee keep material motives in his consciousness and his mind, does it mean that he is not Nishkama and he is not devotee?
Well, he's a devotee, but he's not a pure devotee. Почему он преданный, просто он не чистый преданный? He's a mixed devotee. Mixed. Смешанный. Смешанная преданность. We have to come to the stage of pure devotion. Мы должны стремиться подняться на уровень чистой преданности. So there are different levels of devotees. You know, there's, we say, Kanista devotee, Madhyam devotee, Uttama devotee. So third class, second class, first class, different levels of devotional service. Существуют разные категории преданных в соответствии с их уровнем преданного служения. Мы говорим, что есть Каништха преданные, Мадхьяма преданные, Уттама, то есть третий класс, второй класс и первый класс преданных. In the Bhagavad Gita, Lord Krishna describes four reasons why people come to devotional service. And he describes how some people come in search of wealth, some come in search of knowledge, some come out of curiosity, and some in search of wealth, in search of knowledge, curiosity, and some come in distress. В Бхагавад-гите Господь Кришна описывает четыре причины, почему люди обращаются к преданному служению. Кто-то приходит в поисках богатства, кто-то приходит в поисках вследствие страданий, кто-то любопытный, кто-то ищет абсолютную истину. So they're all devotees, but they're not pure devotees. They've all got some motivation why they're coming to Krishna. Они все преданные, но они не чистые преданные. У них есть разные мотивы, с которыми они обращаются к Кришне. But as they practice, as they go on practicing devotional service, they'll become purified, and our material desires will diminish, and we'll become more attracted to serving Krishna. Но по мере практики преданного служения материальные желания будут уходить, преданные будут очищаться, и вкус или вот эта привлекательность преданного служения, она будет увеличиваться, а материальные желания будут уменьшаться. Just like Dhruva Maharaj. Dhruva Maharaj, in the beginning, he wanted to get a kingdom. He wanted to have a great kingdom, greater than even his grandfather. But after the Lord came, then he understood that actually he had something more valuable than what he wanted, much more valuable. Также как Друва Махарадж изначально он хотел обрести царство, царство больше, чем у его деда. Но когда появился Верховный Господь, Друва осознал, что есть гораздо более ценное, чем то, что он хотел. And so he compares that in the beginning he was looking for a kingdom that was like looking for broken glass, but he found the most beautiful jewel because he was able to meet with the personality of Godhead. Друва Махарадж даже сравнивает свое желание обрести царство с осколком битого стекла, но в то же время видение Господа или возможность встретиться с Господом сравнивает как с самым прекрасным бриллиантом, okay. Драгоценным камнем. Это понятно? Хари Кришна, yes, Акунач. Так, следующий вопрос у нас. Кто был первый? Ювати Шачи, потом Маджи Хладини, потом Саша Прабу. По-моему, так. Да, да. Хари Кришна, потом разговаривает. Хари Кришна, дорогие преданные, дорогой Гуру Махарадж, пожалуйста, примите мои смиренные поклоны со слава Шиле Прабхупаде. Где находился Удава во время детских игр Кришны во Вриндаване? Он не упоминается, кажется, среди его друзей, там, среди мальчиков-пастушков. По-моему, первое упоминание о нем это по времени, так сказать, это в Матхуре, только когда они пошли вместе Кубджи, вместе с Кришной. So, Guru Maharaj, Hare Krishna, please accept my humble obeisances for Guru Srila Prabhupada, Guru Dev. Where was Uddhava
during Krishna's child pastimes in Vrindavan. It seems he didn't he wasn't mentioned among Krishna's friends, Krishna's boyfriends in Vrindavan. And it seems the first his first appearance was in Mathura only. Is it correct? And where was he when it was time, at this time? I don't know. Я не знаю. But he's a relative. He's a relative of Krishna. There's some relationship there through the family. Ну, так или иначе, какие-то родственные отношения с Кришной находятся. He was like a cousin. He's a cousin of Krishna. Он двоюродный брат Кришны. So, Vasudev and Devaki were in the prison house of Kamsa, and Vasudev had several wives. So, his wives, you know, different places, like Rohini was sent to Vrindavan, but I don't know about where Uddhava was, or have to look up, to look through that. Have to read more, the 10th canto Srimad Bhagavatam, you can read about Uddhava, where he's from, who his family. Я не знаю, где был Удов в это время, потому что разные преданные, кто был связан с Кришной, разными степенью родства, находились в разных местах. Судева и Деваки, они были в темнице. Потом у Судовы было несколько жен. Одна из них, например, Рухини, ей был перенесен один из сыновей. Okay, any other questions? Еще вопросы. Теперь кто следующий? Маджихладини, пожалуйста. Харе Кришна, Гуру Махарадж, дорогие преданные, примите поклоны. Да, хотела вот уточнить, получается, что в лекции Гуру Махарадж сказал, мы должны поклоняться Господу с трепетом и благоговением. И вот в Бхагавадгите он говорит, предложи мне там листок, цветок, плод, немного воды с любовью и преданностью. То есть он просит от нас любви и преданности. И вот как она выражается? Это как трепет и благоговение? Вот тут я хотела вот эти вот разобраться. Что мы должны поклоняться с трепетом благоговением, а тогда любовь для нас это что? Вот так вот. The question from Ajihladini. Guru Maharaj, you mentioned in the class that we should worship to the Lord with renovation. But in the same time, in Bhagavad Gita, Lord Krishna says, please offer me leave some water and fruit with love. So my question, what does means love for us? This mean our love in worshiping to the Lord means with or renovation, or what does it mean? Yes, we want to worship the Lord with proper respect. So in the beginning, we want to have that mood of awe and veneration, give proper respect to the Lord. Gradually, we may be qualified to come to a higher level, but initially, we should worship the Lord with proper respect, giving awe and veneration. In the Brihad Bhagavatam,
in the Brihad Bhagavatamrita, it describes how Gop Kumar went into Vaikuntha. So in Vaikuntha, he was told how to respect the Lord. He said, they told him, offer obeisances and fold your palms together and stand up and speak words glorifying the Lord, and don't get too close. Don't go too close to him. Keep a distance. Да, в начале пути, на начальном уровне, мы поклоняемся Господу с определенным почтением. Мы проявляем определенное уважение. Это и означает трепет и благоговение. А позже уже на более зрелом этапе придет другое. А пока мы должны проявлять должное уважение. В Брихат Бхагаватамрите говорится, как Гоп Кумар попал на Вайкунтху, и там было видно, как Господу поклоняются с определенным уважением, стоять не слишком близко, недалеко, проявлять определенные признаки почтения и благоговения. Okay. Также поклониться, произнести молитвы. Love. Lord Krishna uses the word bhakti, devotion. He wants our devotion. So devotion, Prabhupada explains to us, devotion means service, to do service for the Lord, to offer ourselves to the Lord in the mood of a servant. We want to serve, we want to give our body, mind and words in the service of Krishna. Что касается любви, в том стихе Бхагавадгиты Кришна говорит с преданностью. И Шрила Прабхупада объясняет, что преданность означает служение. Когда мы хотим быть слугой для Верховного Господа, когда мы хотим служить Ему телом, умом и речью. Окей. Okay. Это понятно? Да, спасибо, Хари Кришна. Yes, thank you, Хари okay. Кришна. I think I have to stop. Mm-hmm. Your time is out, Guru Maharaj. Huh? Your time is out. Yeah, pretty much. Is there more questions? No, we have a few questions. Maybe you just save them for next time. Yes, yes, Gurmaj. Thank you for your time. Okay. Hare Krishna. Hare Krishna, dear Gurmaj. Jai Shri Prabhupada. Shri Prabhupada, Jai. Hare Krishna. Бхакти Вигнаминашта Самарачки Чай. Пожалуйста, вайшнавы, сохраните, кто хотел задать вопрос. Я вижу здесь вопрос Маджини Тайпатни. Еще вопрос Маджи Анастасии. Пожалуйста, вы их сохраните, задайте на следующую лекцию. И еще Саша Прабу хотел вопрос, я помню. Спасибо за перевод, Адрихана Прабу. Hare Krishna, Саш Прабху. Мои поклоны всем вайшнавам. Кришна, спасибо. Спасибо большое. Кришна. Hare Krishna, спасибо за перевод. Спасибо.